потому что мы их и спасаем, и сейчас и даем им жизнь, и вроде бы и с той стороны какие-то сдвижки есть. Но я про это не буду. Это нужно быть там. И так накалена такая обстановка, ну, вообще, в жизни, что я думаю, это знаешь, что уже вот у тебя рана, она разорвалась, условно, где-то, ну, чири, условно, тут, не дай бог. И вот давай-ка подсолим ее чуть-чуть, эту рану, орешь, смыл водичку, давай еще подсолим. Нет, ничего, нет, сейчас уже не так. Нет, это вопрос соления, это вопрос того, что все равно нужно говорить об этом.